Дорогие братья и сестры, сегодня мы празднуем 18-е воскресенье после Троицы. Мы вспоминали истории святых, которые дают нам пример своей жизни, святого Франциска Ассизского, святой Елизаветы Тюрингской. Их пример вдохновляет на христианскую жизнь. Мы, как лютеране, вспомнили также наш обычай помнить о святых, их истории, потому что они пример для нас. Мы не взываем ко святым, но мы всегда помним их дни в литургическом календаре и порой вспоминаем их истории жизни в наших проповедях. Сегодня также состоялось крещение маленького Филиппа Максимилиана. И мы были рады, потому что у нас в церкви сразу два таинства присутствовали воочию – святое крещение и святое причастие. Близится день реформации, мы также вспоминали об этом, и поэтому приглашаем всех на наше мероприятие 31 октября на конференцию, посвященную реформации, а также на торжественное богослужение, которое состоится вечером 31 октября, и на конференцию, которая пройдет 1 ноября, после Дня реформации. Также в Центральном пробстве состоится интересное мероприятие 19 октября. Это будет семинар, посвященный служению капелланов. Приглашаем всех, особенно молодежь, чтобы послушать о том, что же это такое. Желаю всем Божьего благословения.